Добрый вечер, уважаемые журналисты. Начинаем после матча пресс-конференцию с главными тренерами команд. Оценка сегодняшней встречи от главного тренера «Лады» Артис Аблс. Ну, в первом периоде, конечно, это был какой-то полный провал. Хотя само начало ничего такого не предвещало. Но защитники нам наделали таких подарков адмиралу, с которым было грех не воспользоваться в первом периоде. Ну и подстать остальные потом поплыли. И пока приходили в себя, адмирал 5 раз забил. Это катастрофа полная. Но в перерыве пришли в себя, во втором периоде задвигались, начали борьбу выиграть, которую полностью проигрывали в первом периоде. Ни впереди подержать шайбу, ни сзади отнять, начать. Во втором периоде что-то начало получаться, но единственное опять отыграть. Спасибо. Александр Леонидович, пожалуйста. Мы, наверное, провели самый лучший первый период с начала чемпионата. И самое главное, что у нас все залетело, скажем так, да, то есть реализация была на очень хорошем уровне, да, там создавали моменты, и самое главное, еще раз повторюсь, что их забили. И, наверное, все-таки уже первый период он предопределил дальнейшую борьбу. Вот мы уже где-то пытались играть по счету, то есть самое главное было сегодня получить 3 очка. С чем я всех поздравляю, спасибо. Спасибо. Вопросы будут? Спасибо, тренер. Удачи. Спасибо.